Нас тут много нам говорили, как трудно делать прогнозы. Мы понимаем, что прогнозы – дело неблагодарное, и они не могут быть точными изначально. Нефть будет стоить $40. Есть базовый плюс-вариант, целевой вариант. А почему нет базового минус-варианта? А что мы будем делать, если нефть все-таки станет $30 за баррель? Или $20 за баррель? У нас станет кризис, мы опять будем разрабатывать антикризисные меры. Почему нет варианта прогноза «базовый минус»? Я предлагаю внести вот такой вариант все-таки в прогноз. А что мы будем делать? Все, у нас страна рухнет, что ли? Спасибо.